Страна огромная, проблемы общие. К такому выводу пришли представители счетных палат России, которые съехались в Ульяновск на межрегиональный круглый стол «Проблемы суммовой оценки неэффективных расходов бюджетных средств». У счетных палат России два главных врага – это коррупция и некомпетентность. А некомпетентность, как правило, проявляется вот в росте неэффективных расходов. Правитель Англии Оливер Кромвель в 17 веке говорил: сейчас такие времена, что дурак гораздо страшнее, чем жулик. Времена и сегодня во многом схожи. И из-за бездарного планирования, из-за неграмотного управления теряются огромные суммы по всей стране. Как отметил Игорь Егоров, за неэффективные расходы никакого наказания в законодательстве страны не предусмотрено. Во время круглого стола обсудили, как бороться с данной проблемой. Проблемы эффективности использования государственных средств и имущества – это проблема вечная на самом деле. И при отсутствии должного регулирования со стороны федерального законодательства, такие площадки, которые имеют место быть на региональном уровне, приобретают еще большее значение и на самом деле могут являться посылом для федерации как раз для того, чтобы урегулировать отдельные моменты. К слову сказать, встреча прошла в Ульяновске не случайно. Счетная палата региона и правительство области 5 лет назад практически одновременно включили в работу уникальные методики, которые помогают выражать в рублях неэффективные расходы. И теперь представители счетных палат других регионов едут в Ульяновск, чтобы перенять опыт. Эффективное использование бюджетных средств – это очень важная тема, потому что действительно деньги, которые предусмотрены в бюджете на какие-то цели – там строительство объектов, капитального строительства, да, на любые расходы. Естественно, если цель не достигнута, не будут построены школы, детские сады. Вот в ходе реализации национальных проектов мы с этим сталкиваемся. Сегодняшнее обсуждение еще раз показывает, что к этой теме мы должны вернуться. Во время заседания Счетная палата Ульяновской области в лице ее председателя выступила с инициативой ввести в работу специальный классификатор, который касался бы неэффективности расходов. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция с предложениями участников круглого стола на имя руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.